Это большая возможность у нас уже на выходе из университетов и искать специалистов уже со знанием САП. Компания ArcelorMittal Темиртау запустила платформу для обучения современным инновационным технологиям всех желающих. На сайте DJ Universe в настоящее время можно найти 7 курсов по таким технологиям, как SAP, RPA, Power BI, чат-боты и сетевые технологии. Сертификат о прохождении этих курсов станет хорошим преимуществом как при устройстве в АО ArcelorMittal Темиртау, так и в другие организации. И у нас сосредоточено очень большое количество знаний, умений, навыков на комбинате, в частности в IT-департаменте. К сожалению, в настоящее время этих навыков в Караганде, в Карагандинской области, в городе Темиртау, у людей не настолько много, как хотелось бы. За счет того, что мы даем доступ к этим знаниям, мы в том числе и сокращаем период адаптации новых сотрудников для работы на комбинате. И они гораздо быстрее могут начинать более эффективно и слаженно работать вместе с остальными членами коллектива ArcelorMittal Темиртау. Разработкой сайта занимался инженер-разработчик приложения Жалгаз Жунусов. По его словам, чтобы запустить платформу в открытый доступ, ему потребовалось около 4 месяца. Сам он устроился в компанию 1.5 года назад и уже через несколько недель получил такое важное задание. Я занимался продумыванием клиентской части, серверной части и проектированием базы данных. Ну и некоторые части дизайна самого сайта. Сама непосредственная разработка заняла около 3 месяца. Провели внутреннее тестирование, и по его результатам еще около месяца я его дорабатывал. В ближайшее время на сайте планируют увеличить количество курсов до 50. Все онлайн-уроки подготовлены по информационным системам, применяемым в компании ArcelorMittal Темиртау. Соответственно, курсы готовились в рамках основных направлений SAP, то есть это сбыт, закупка, продажа, HR, те направления, которые у нас есть. И, соответственно, там же мы включили курсы по очень распространенному программному продукту, это отчетности Power BI. Человек, который уже потенциально ищет работу, он уже может посмотреть, что это за программный продукт, как с ним работать, какая у него перспектива. Кроме того, все желающие могут ознакомиться с технологией чат-ботов и изучить основы компьютерных сетей. Благодаря таким онлайн-урокам в компании планируют не только подготовить потенциальных сотрудников, но и повысить уровень знаний действующих работников всех департаментов. Для того, чтобы пройти обучение, необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, затем выбрать понравившийся курс и послушать видеоурок. После этого необходимо пройти тестирование. Ответив на все вопросы без ошибок, слушатель получит онлайн-сертификат о прохождении курса от компании АО ArcelorMittal Темиртау. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев, Новости Темиртау.